Заглядом основных подій життя в області программа «Новин региона» у студии Кристина Каранкевич. Вітаю вас у гэтым выпуском. Кожный десятый пациент накіраваны на дообследование. Выники першеснага скрынингу меланомы. Лепшее лето у житті штогод у дзіцячым лагеры. Оздоровленчыя установы в области рыхтуюцца прымаць юных адпачываючых. Не только поглядеть, але и пройти испыты. Видовищное авиашоу чакае могилеўчан. Подробязности далей. У Могилевщины сёлета з'явіліся 10 новых краін-партнёров, куды в область ажыццявіла экспортные поставки. Сярод іх, да прикладу, Индия, Паўночная Корея и Кувейт. Як адзначылі в областном комитете экономики, регион по-ранейшему здійсняе свою знешнеэкономичную деятельность по принципу шматвекторности. На гэты момент прадпрыемствы Могилевской области экспортуют свою продукцию в 75 краин свету. За первый квартал 2018 года экспорт товаров склал амаль полмиллиарда долларов. При гэтым сальдо знешнего гандлю товарами по области склалася становчым у памеры 163 миллионов долларов. Основным гандлёвым партнёрам по-ранейшаму застаецца Россия, краіны Евросоюза складают пятую частку ад усіх краін-партнёраў. Сёлета значна павялічылі аб'ёмы экспорту товару у Албанию, Аустрию, Японию, Бельгию и Иран. Десятая частка пациентов, которые пришли на першесный скрининг меланомы, у Могилевский областный скурно-венерологический диспансер накированы на дообследование. Для выключения наявности патологии их чекают на прием специалисты онкологичного диспансера. День профилактики меланомы ладили по всей Беларуси у межах агульноевропейской кампании. По словам загадчика поликлиники скурно-венерологичного диспансера, за один день на скрининг пришло больше 50 человек. Им пропоновали специальные анкеты, провели дерматоскопичную диагностику. Гэта, калі пигментную пляму повеличивают у 10 разов для деталевого обследования. Медики зазначают, теперь люди больше уважливо ставятся до своего здоровья. Каб поменьшить рызыку развития меланомы, нагадывают специалисты, треба обовязково оборонять скуру от ультрафиолета. Ультрафиолетовое излучение, оно провоцирует появление генетической мутации на клеточном уровне, и поэтому независимо от того, есть ли пигментное образование на коже или их нет, в любом случае необходимо защищать кожу от ультрафиолета. Если мы не хотим повредить кожу и спровоцировать там, онкологические заболевания кожи, то фактор защиты безопасный должен быть не менее 30. Увогуле, першасные скрининг у поликлиницы областного скурно-венерологичного диспансера проводят щодня. Треба только попередне записаться на прием. Смяротная ДТЗ отбылося на автодорозе Могилёў-Орша. Недалеко от вёскі Любуш автомобиль «Фіат» урезался у опору моста. Згодна с попередней информацией, водитель машины не справился с кіраваннем, а до отриманной травмы 36-годовый мужчина помер на месте. А вось на Мінской шаши у Могилёве мясцовая жыхарка трапила под кол автомобиля Volkswagen. По словах супрацовников ДАІ, жанчына переходила дорогу на червоное светло. У вынику потерпелая отримала шматлікія травмы, яе шпиталізавалі. Невядомы мужчына загінуў на пажары ў нежылым доме ў Магілёве. Пра гэта ўзгаранне дома па вуліцы Кірава паведаміў прахожы. Калі ратавальнікі прыбылі да месца здарэння, дах будынка гарэў адкрытым полымем. Падчас ліквідацыі пажару ў пакоі на падлозе яны знайшлі цела мужчыны. Яго асобу высвятляюць. Спецыялісты мяркуюць, што здарэнне магло адбыцца з-за неасцярожнага абыходжання з агнём. И до інших тем. До 25 мая все оздоровленчие лагеры в области повинны отримать пашпарты готовности. Проверить подрыхтовку до сезона специальной комиссии самых розных накерунков. По информации Управления адукации, практично усе лагеры подрыхтованы те завершают подрыхтовку. Сёлета на отпочинок в области чекают больше за 42 100 хлопчиков и девчинок. Оздоровленчий лагерь «Колосок» сёлета отзначить свой юбилей. 30 год тому он был побудован за кошт сельгасорганизации Могилевского района. Тут нават кожный корпус носит назву своей организации «Будовника». 2 года тому тут проводили капитальную реконструкцию. Побудовали до кожного корпуса санвузлы, что одразу повысило комфортность отпочинку. Обновили медпункт, столовку. Так что сёлета работ было значно меньше, але так само важное.
Подготовлены корпуса, комнаты для проживания детей, сделан косметический ремонт, приобретена новая мебель, кровати, тумбочки, на медблок в изоляторы также приобретена новая мебель, установлены окна, двери. Лагерь уже практически готов и ждет своих воспитанников для того, чтобы безопасно, интересно провести это лето. За спонсорские сроки сёлета тут поменяли 16 окна, у набыли 25 тумбочек и трое дверей. Менавіта столькі ж і за бюджетные сродки. Обновили тут и спортивные пляцовки. Уже 2 червеня гэты клуб оживится шчырыми дитячими усмешками и самыми розными лагерными мероприемствами. А покуль працоўный коллектив лагера робить апошнее приготовление, наводить парадок у покоях отпочинку и прибирает территорию. Сёлета хлопчыкаў і дзяўчынак прымуць 20 загарадных аздараўленчых лагераў Магілёўшыны. Працаваць за рэдкім выключэннем усе будуць у 4 змены, кожная па 18 дзён. Сёлета кошт пуцёвак незначна павялічыўся, але попыт на такі адпачынак, кажуць спецыялісты, застаецца вялікім. Для самой маленькой группы детей, это дети от 6 до 10 лет, путевка стоит, начинается от 355 рублей. Это, ну и полная выше. Это полная стоимость. Государством предусмотрена дотация в размере 185 рублей на удешевление стоимости путевки. Ну, естественно, в зависимости от того, где работают родители, профсоюзные комитеты, организации, предусмотрено удешевление путевок. Дарэчы, летняя здараўленчая кампанія другим разом пройдзе под девизом «Лето – час открытия». Сёлета усе мероприемствы будуць промеркаваны году малой радзімы. Выхавальнікі распрацавалі адпаведныя программы. Застаецца дачакацца открыцця першай лагерной змены. Алена Мельшанкова, Александр Тарасов, новины региона. Петлі Нестерова, свободные полеты, небо, до якого можно докрануться. У суботу Магілёўчан чекає авіашоу. Причем тут самолеты можно будет не только убачить, але и пройти испыты на худких яках и анах. Побывать у кабине пилота и поудельничать у конкурсе летчиков. За несколько дней до свята на аэродроме побывала наша здымочная группа. Віталь Шамардзін – першакласны лётчык і майстар рабіць авіатрукі. Колькі за сваё жыццё было вылетаў, не палічыць. Так што ён добра ведае, што там за аблокамі. Пробіваеш аблака. Аблака практычна роўная, як стол. Белая, як будто попал на Северны полюс. Очень красиво, завораживает. Вниз потом не хочется. Улюбленные у неба кажуть, что начинается яно менавіта с земли. За 80 год, что існуе Магілёўскі аэроклуб, колькость узлетов и посадок однольковая. Кажется, что-то очень далекое и волшебное. На самом деле это все просто. Все безопасно, все нормально. У суботу 26 мая магілёўчаны и гости города запрашают на авиашоу, где каждый, кто пожадая, может узняться у неба. Приезжайте самой раницы. Андрей Шуляк, Александр Тарасов, новини региона. Славгородский район рыхтуется до гастрономичного фестиваля «Господарчий сыр». Он отбудется у гэтую субботу 26 мая. Фестиваль сёмы по лику и стал традицией Славгородчины и брендом региона. У Славгороде на сырном фесте, як и летось, чакают каля 1000 гостей. 15 сыроваров запропонуют свою продукцию. Будет дегустация и продаж сыров. Кош за килограмм хатнего славгородского сыру вядомы 13 рублей. Сыров 3 десятки гатунков – твердых и мягких, соленых и солодких. Новинка этого года – сулугуни с приправами, весновыми зелками, кропом и часныком, а так само брынза с козиного молока. Мясцовые стравы и напои будут дополнять сыр на свете. Для туристов будут подрыхтованы специальные автобусы, которые повезут на экскурсии по славутостях Славгородчины, у вёску Лясная и на Блакитную крыницу. Сырный фест обещает быть цікавым и смачным. Дажджы скончатся на выходных. Оптимистичный прогноз дают синоптики для выдатного бавления часу апошнія выходные мая. У четверг по области на большей части территории еще прогнозуют короткочасовые дажджы и местами навальницы. Температура по ветру в день будет комфортной до плюс 24 градусов. У Могилеве плюс 20-22. У пятницу опадки будут у ночи, у день переважно без дажджу и слупок термометра досягне отзнаки у плюс 25. Суббота будет днем сонечным, без опадков, спеки не чекается, але температура комфортная до 22 вышей за нуль. Наши новины доступны на сайте tvrmogilev.by. Я с вами развитываюсь. Дякую за увагу. До встречи.